Всем доброе утро! Сегодня будет распаковка. Достаем первый продукт. Что это такое? Это молочко для тела. Далее я заказала себе вот такие вот два скрабика. Скраб для тела, медовый и цитрусовый. Какой вам больше нравится, медовый или цитрусовый? Я думаю, что сейчас мне цитрусовый подойдет больше, потому что, насколько я знаю, цитрус избавляет от целлюлита. А я от него избавляюсь активно. И прямо сейчас я направляюсь на тренировку. Как раз открыла себе все эти продукты. И они мне пригодятся для того, чтобы после тренировки намазаться скрабом, хорошенько проскрабировать самые проблемные зоны. А это у меня низ живота, бедра, ушки вот эти вот я убираю. Вот эти вот. И внутреннюю поверхность бедра. Для меня это очень-очень важно. Сейчас покажу вам, как скрабы выглядят внутри. Смотрите, это цитрусовый скраб. Я уже немножко их протестировала. И они просто невероятные. Пахнут очень вкусно и выглядят очень аппетитно, как будто хочется съесть. В общем, вот такой вот цитрусовый и вот такой вот медовый. Распаковка посылки номер 2. Итак, начинаем. Смотрите, какая мне пришла посылка. Как вы думаете, что в этой коробочке? Пишите в комментариях. Открываем. О, боже, это невероятная ткань. Это просто невероятно, друзья, посмотрите. Вы просто не представляете, какой она на ощупь. Очень мягкая, такое прям осеннее, блин, оно такое классное, все, я влюбилась. Это просто невероятное постельное белье, и я очень рада, со звездочками. Мы с Владиком звездочки, поэтому будем спать на звездочках. Просто посмотрите, какое качество. Как будто бы самый уютный плед. Вот такие вот наволочки мы заказали, еврокомплект. Блин, класс. Мне очень нравится. У меня еще не было такого постельного белья, чтобы оно было вот прям такое тепленькое. Так и хочется на нем уснуть. Класс, это очень мило. Так, вот такие вот наволочки. Большие. И это у нас что такое? Это у нас пододеяльник белый, а простынь будет серая. Вот такие вот тут змейки качественные, видите? Все идет на змеечке, внутри такой утеплитель идет. И вообще она такая тепленькая, знаете, как самая-самая любимая пижамка в вашем доме. Я еще такого не встречала. Так. Это пододеяльник белый. А это, внимание, это простынь. Класс. Мне очень нравится. Ну, а теперь будет распаковка посылки номер 3. Вы просто не представляете, что мне присылают. Столько посылок, постоянно я распечатываю, но не всегда на камеру. Если вам интересна распаковка посылок, пишите в комментариях «распаковка посылок». Потому что, мне кажется, это интересно все время смотреть, что там я достаю с этих посылок. Ну, и обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите любой комментарий. Для меня это очень важно. Когда вы пишете комментарии, у меня есть вдохновение снимать новые видео, заказывать чемоданы с аукциона и распаковывать посылки на видео, а не просто так втайне от вас. Вы же должны знать, что мне там присылают, правильно? Так. Опа. Смотрите. Это кофе. Кофе Бравия. Вот такой вот кофе. Ну, конечно, классно, когда есть кофемашина. Планируем купить скоро кофемашину, чтобы заваривать кофе, как говорится, по-человечески. Ну что, это было 3 посылки, которые я распаковала при вас. А сейчас мы отправимся на урок рисования на следующий день. День 2 будет.
И вы увидите, как мы с Владом красиво умеем рисовать и избавляться от стресса. Влад, а что означает твоя картина? Картина называется «Случайность». А моя? Ой, это красиво, как ты это сделала? Я, это особая технология, быстрее. Секреты раскрывать я, конечно же, не буду. Твою, да, быстрее, я на самом деле взяла у мастера вот здесь немножко краски и вот так делаю. Памс, памс, памс. Рукой просто, да? Да, только в перчатках, конечно. Да? Да. Я смотрю, что кто-то у нас повторяет со мной. Хочет тоже таким великим художником быть, как я. Какая красота. Так, сейчас будет опасный номер. Это огонь. В прямом смысле этого слова. Влад, а мою картину сделаешь так? Нарисовал, написал картину. Ты мне ее посвятил? Но кому еще? Раньше он посвящал мне песни, а теперь он рисует картины для меня. С песнями было лучше, да? Ну, с песнями, да, лучше, получается. Но это же только первое занятие, поэтому все у тебя будет хорошо. Не, на самом деле я шучу. Очень красивая картина. Посмотрите, какие все разные просто. Это уже очень такая нежная получилась. Да, нет, не нужно относить. Я сама несу. Мою работу только что фоткали. Что, это Юлина картина. Давайте узнаем, что она означает. Расскажи. Это моя душа. Все? Да. Скудненький ответ. Насыщенная, и в ней и буря, и спокойствие, и что-то неземное. Напишите в комментарии плюсики, если хотите больше конкретики. Ну, красиво. Да, очень красиво. Прям ураган во мне бушует сейчас. И это все отобразилось на картине. Очень круто. Надеюсь, увидеть вас еще раз в нашей студии. И на правах я напишу свой инстаграмчик. Ну, на этом моменте мы отключаемся. А о чем говорит ваш стиль? Говорит о том, что мне, наверное, пора лечить. Сколько стоит футболка? $5000. А сколько стоят штаны? Штаны немного дешевле, я купила их по скидке, они стоят 2500 евро. Именно микрофон подставляю. Говорю, сколько стоят штаны? Хорошо, сколько стоят ваши тапки? Тапки – это самое дорогое, что есть вообще в моем луке на сегодняшний день. Они стоят, они бесценные, я их купила на аукционе. Спасибо, Виктория. С вами был ведущий Влад Шериф, Fashion Week. Виктория сегодня самый стильный человек в мире. Сегодня мы с ней удалось нам с ней пообщаться. У меня язык заплетается, извините, просто... Я представляю, что... Не можешь стоять возле такой дорогой. Да, да, некоторые люди даже не зарабатывают столько денег, чтобы позволить себе такие роскошные тапки. Мы ездим на такси бесплатно. Так где ж это видно, чтобы такси стоило дешевле общественного транспорта? Вы не поверите, но так и есть. Такси Bolt, скачивайте его обязательно, если вы его еще не скачали. При первой поездке используйте этот промокод, я покажу как. И получите гарантированно 60 гривен. Не переключай, если ты думаешь, что 60 гривен этого тебе не хватит ни на что. Поверь мне. Bolt стоит дешевле, чем Uber в 50 раз. Если ты на Uber доедешь за 150 гривен, то на Bolt ты доедешь за 20, за 30. Понимаешь, в чем суть? И если тебе придет бонус 60 гривен, то ты скажешь: «О, класс!» И проедешь совершенно бесплатно, у тебя еще и сдача останется. Поэтому используй этот промокод. Всем хороших поездок! Смотрите, вы выбираете, куда ехать. Затем нажимаете вот сюда, вот там, где написано «Промокод». И пишите «Ввести промокод». Вот здесь надо ввести промокод, который вы видите на экране. Затем нажимаете «Применить» и получаете 60 гривен на свою поездку. Все очень просто. Если же вы досмотрели это видео до конца, то Няша и ее хозяйка Юля вам очень-очень благодарны. И они передают вам огромный привет всем-всем-всем
И, конечно же, обещают скоро новый чемодан с аукциона. Все очень ждут. А пока это была наша распаковка посылок и наша жизнь. Пишите в комментариях «Няша», если вы досмотрели до конца. Так интересно, сколько нас таких людей, которые до конца видео смотрят. О, машинка постирала, пошла развешивать белье.